Так. У тебя уже она появилась на канале? Сейчас проверю. Так вот, а сам... Странно. Студия, наш канал. О, в эфире говорят. Да, Во, у супер. тебя уже С она небольшой появилась на задержкой. канале? Так, сейчас проверю. Пишем. Да, все. Я вижу, уже появилась. Странно. Студия. Отлично. Всем привет. Наконец-таки мы победили технические трудности. И можем наконец начать общение. Сейчас я. Сейчас я кину ссылку в Моно, да? Вот. По-моему, получилось все отлично, получилось. Супер. Фух, столько проблем было технических, именно мы пока смогли это все настроить, это все летело, просто летело, слетало. Я по этому поводу немножко разнервничалась, но я думаю, сейчас успокойся, будет хорошо. Сейчас мы еще Если... настроим совместный режим. Будет вообще классно, да? Да? Как его настроить, скажи? Да вот еще бы знать. Да, вот люди пишут, что Света пишет, что мы вас на Монаде ждали. Мы и Да. хотели это Света на Монаде, но у нас как бы мы очень долго Не настраивали смогли и... зайти через ОБС-ку. Почему-то информация о канале, ну, никак не хотела получаться. Или враги, либо я что-то не так делаю. Ну, ладненько. Либо вообще непонятно что, но мы прорвались как бы. Да. Супер. Итак, полноэкранный режим. Нас обоих видно теперь. Теперь ждем вопросов. Добрый вечер. Да. История. Какая история, Руслан? Вся история на канале Цельнозор. Там есть и закопанные этажи, и оплавленные скалы, оплавленные колонны, заливка, свечение вокруг крестов разное. Ну, кресты, либо антенн фрактальных и прочих. Вот недавно видео Ульциня было там подвинутая оплавленная скала, оплавленные ступеньки вот здесь в старом баре. Есть еще и залью другие видео, как там искорки с крестов есть. Все ответы там уже даны. Поехали, слышно, отлично. На Монаде нет стрима. Да, Людмила, мы уже объясняли, почему на Мадаме не... на Монаде нет стрима. Задаем вопросы. Вопросы были ряд в Телеграм, но я хотел бы, чтобы вы начали. Вопросы вот прямо сейчас, кто первый? Как О, люди спасибо жили за цветочки. без денег до вторжения? Деньги были? Деньги были именно как средство обмена, как самостоятельное средство, потому что золото, оно имеет и самостоятельно некую ценность. Это сейчас фиатные деньги, это сейчас деньги ради денег, это сейчас не товар, деньги, товар, а деньги, товар, и еще какие-то деньги. Это сейчас деньги не имеют привязки к реальным ценностям, а являются самостоятельной ценностью и спекулятивной ценностью. Вот сейчас неправильные деньги. Как мера стоимости деньги были. Были государственные в том виде, в котором есть сейчас. Где-то 4 больших таких образования, конгломерации. Это условно евроазиатская, это африканская, это каждая Америка. Ну, вот просто по географии. Сугубо. Да, Мона? Ну, насколько я помню, Примерно, да, да. трудно судить, потому что эта вся информация, которая идет, она должна идти через человека, мне так кажется, понимаешь? Потому что если просто брать из, как все, вот все слиперы смотрят из эфирного пространства, там Там чего-то берут, столько всего, ой. там столько всего, там хранится информация абсолютно обо всем, и куча информации, которая никак не связана и ничем не проверена. Информация нужна только через себя или через человека, с которым работаешь, ну,
Вот идеально или через себя, или через человека. Я могу рассказать, как люди жили до вторжения, только опираясь на то, что помню я. Свои воспоминания, да. Да. Нет Только... такого, что вот как включил канал в телевизоре и смотрим. Такого нету. Все эти контактеры — это чушь собачья и прочее. Вот видит она там. Это клоунада просто. Просто клоунада. Я помню... Мода, порадуйте нам чем-то хорошим, что ждет нас тут. Ничего хорошего нас тут не ждет. Все, все любители радости и какого-то чего-то позитива. Кыш. Будет жопа. Легче стало. Работаем дальше. Тут нам пишут про авто и пишут, интересно, подробнее про нерожденные души, аборты, дети, выкидыши. Кесарева, да, после последнего стрима, когда ты с Евгением записывал очень много вопросов по этому поводу. Про абортированных, про выкидышей, про Кесарева, ЭКО и все прочее. Вот снова пишут про то, что на Монаде открыт стрим. Очень-очень сожалею, что у нас не получилось настроить. Так стрим для того и открыт, чтобы там в описании посмотрели, что стрим на Цельнозоре, и пошли сюда. Ссылка была, и она еще активна, и чтобы люди заходили и читали. Он не открыт как бы. Или открыт. Сейчас зайду на Монаду. Давай зайдем, посмотрим. Хорошо. А ты пока, Мона, расскажи, как ты... Ну, ноль просмотров. Ждем пользователя Монады. Он не открыт. Чат открыт. Да, все. Все. Там, то есть стрима не будет записи. Там он не ведется. В комментарии написать, что все на Цельнозор. Угу. Напиши, пожалуйста. Можешь это сделать? Да. Угу. Да, все уже пишут. Все нормально, все работает. Итак, возвращаемся к нашим стримам. Про Антарктиду никаких новостей нет. У меня, собственно, и старости нет про Антарктиду. Один из континентов, да, после ядерной зимы он покрылся льдом, когда льды уйдут. Много чего интересного откроется, и технологии, и знания, и архитектура, и все, потому что там, как и, собственно, Гренландия, подозреваю, когда льды уйдут. Ну, а все, нет новостей, вы о чем? Ольга Хекель, будем ли мы вспоминать в следующем воплощении, как и в этом, и все ли станет по-старому, с отшибом памяти при воплощении? Ольга, вот зачем, допустим, трехлетнему ребенку информация о том, как все было плохо? Детство должно быть детством, юношество – юношеством. Когда человек наполняется, дозревает, убирает бардак некий, да, при желании все открывается. Зачем опыт 60-летнего там, мудрого старика 15-летнему подростку? Девушки там, юноши. А как же вот это вот все, вот это вот первооткрытие? Не, все, по-моему, идеально устроено, все классно. Смена тела должна быть. Да, Ман? Я думаю, да. Угу. При желании, я думаю, это кто набор хочет. Опыта. Да. Иногда очень странно, но... Когда-то я говорил, выжили, ладно. Тут... Не выжили, ладно, уже новая фраза появилась. Не везде нужно выживать. Все, что есть на квантовом уровне, будет проверено физикой, наоборот, а можно и в двух словах физику связи этих процессов. Блин, ну не совсем верно, что все, что на квантовом уровне, проявлено на физике. Скажем так, есть некая иерархия, вертикаль. Условно попробую по аналогии с мыслью. Вот думаешь о том, вот поднять бы мне руку, рука сама поднимается. Вот не думаешь о том, как... подумать картинку, что ты поднимаешь руку, вот реально чувствуешь, когда ты в гармонии, ты просто вот думаешь и происходит. Вот примерно такая физика и процессов. Упрощенно. Это на уровне мысли, это некий проект дома, где все прописано, общий план, скажем так, генплан, если
аналогии со строительством приводить. Затем за генпланом идут другие, там инженерные сети, генплан и конкретно и прочие, прочие несущие конструкции и так далее. А затем идут уже рабочая документация, по которой конкретно все строится и все детализируется. И затем уже идут финансы, идут место, привязка и так далее. Идут исполнители, выбор исполнителей, конкретно строители, которые сделают. Вот если примерно сравнить, то квантовый уровень — это уровень генплана. Но есть еще более высокие уровни. Это уровень там, вплоть до уровня заказчика. Кому все это нужно? Есть уровень проектировщика и так далее. Это вот примерные аналоги. Вот поэтому все материализуется. Материализуется все по некому плану. А план, он в разных уровнях. И квантовый уровень — это лишь один из уровней. Всего уровней минимум 45, на самом деле, там еще два, это еще, если брать этот Тор. Все сложно. То, что вот говорят, там уровень, там, астрал, ментал, на самом деле, там выше еще будхиальное тело, атманическое и прочее, говорят, ну, 9, на самом деле, там их намного больше. Ну, краткая аналогия с телами. Этим летом у меня на огороде нет комаров. Что произошло? Чудо произошло! Чудо, у нас есть тьма. Просто. Ну, не тьма. 1-2 залетают в ночь. Это мы ужас. За ними бегаем, хлопаем в ладоши, аплодируем гостям. Будущее, которое уже произошло, ты говорил в ролике, можно будет немножечко рассказать об этом? То, что можно рассказать. Все, что можно, я уже рассказал, и даже больше. Просто спалился по полной. Будущее уже произошло. Это сложно понять. Но это так. Чтобы произошло это настоящее, нужно, чтобы произошло определенное будущее. Это будущее поэтому именно неминуемо. Петля. Временная петля. Этого настоящего не было бы, если бы не было кое-что в будущем, которое повлияло на прошлое. Те, кто хочет сломать мозг, позже, наверное, буду... Наверное, объяснять про работу со временем. Наверное. Не факт, не все готовы. Пока работа с воспоминанием, первый диск воспоминаний, помощь себе в прошлом, вот этого достаточно, работа с собой. Воспоминания этой жизни, реструктуризация воспоминаний прошлых, если у кого что проклюнется. Работа с мудрами, новые мудры будут давать. Некоторые техники дадим с Муной потом. Все по порядку. Работа со временем, это, ну, мягко говоря, не для всех вообще. Да, Наталья, времени нет. Нет времени объяснять, времени вообще нет. Это банальность, но это правда. То, как мы видим линейное время, оно не линейно на самом деле. Это, во-первых. Во-вторых, время — это материя. Как ни странно. Одна из форм материи. Так. Скажите статус рун, блин, а статус твоей ноги какой? Как сказать статус? Ну, вот я не понимаю вопрос. Так, много-много вопросов. Я уже пропустил. Про Антарктиду новостей было, успел. Союз светлых сил, и ты тут, как-то очень даже неожиданно. По 8-9 комментариев, или сколько там в каждом видео. Это, конечно, хорошо. Но иногда этого много. Мы, конечно, рады. Обещали про только в плюс прояснить. Галина, а что объяснять про канал, у которого на логотипе мурашек? Символизм будет их падением. Ну, все, все. Что объяснять-то? По-моему, все очевидно. Но я еще проясню. Но не на стриме. Канал, который всем почти графен запихивает. Форму графена. Этот темный кристалл. Шунгит под названием. Говорит, сосать надо его со страшной силой. Высосить счастье. Ну что такое? Ну я почти не утрирую. Какого размера наша Земля? Блин, ну погугли. Все ответы даны. Вопрос про будущее. Так, дальше. Прямой встречи. Что нужно строить, чтобы победить
текущей борьбе. На победу нужно строиться. Как можно помочь человечеству? Помоги себе. Раньше были финки, и через них взаимодействовали с всякими масонами. Шо? Подумай еще, что-то муть какая-то. Как ускорить падение темных? Отойти и не мешать. Если под темными понимается то, что сейчас. Вообще бред это с темными и светлыми достал. Да хоть с фиолетовыми. А с серыми? А с невидимыми как быть, Мона? Как быть с невидимыми? Которые... Я так думаю, что специально увели в сторону, рассказали этим сказку делением, про то, что... Да, на да. борьбу якобы бога и дьявола. Темное и светлое, да-да-да. День с тьмой, с ночью не борется. Нам указали это совершенно стороны, другого да. это врага. Это другое явление. Для того, чтобы мы все силы отправили на какую-то мифическую борьбу с какими-то мифическими темными, угу. и на самом деле не боролись с тем, кто является нашим врагом. Настоящим врагом, совершенно да. верно. Так что у меня немножко о, тоже... Что происходит с душами нерожденных детей? Аборты, выкидыши, мертворожденными. Ну, мертворожденные, они родились все тело с самого простого. Ну, сложный вопрос Моне скину. Я ж хитрый. Да, спокойно, можем говорить. Все, тело распалось, ушло наверх. Почему раньше и кремировали? Почему нет допотопных кладбищ? Есть допотопные места, типа склепы фамильные, где пепел хранился. Да, это типа усыпальницы. Но вот именно кладбищ в нынешнем виде, свалок в нынешнем виде нет, потому что мир был чистый. Там ну, не было такого херни, как сейчас, пластика, всякая херня. Даже в советское время, я помню, там ведро мусора образовывалось за неделю практически. Там, ну, мусора почти не было по сравнению с тем, что сейчас. А, вот, тело распалось и ушла душа. Аборты, тоже отказ, тело выкинуло. Тоже это ошибка. Иногда остаются в... Ну, это нюансы. В теле женщины ее жрут, потому что нормального... Очень, очень часто... Понимаешь, тут идет уровень вопрос. Статуса. Это идет уровень статуса. Кратко тот, же, кто не... говори, Я да. очень кратко. Тот, говори. Кто не умер, не может родиться заново. Человек, который не рождался, не умирал. Это коллизия такая, смотри. Те, кто абортированы, у них нет статуса рожденных. Значит, они не умирали, значит, не могут идти на перерождение. Все очень просто. Они зависают. Это ловушка. Угу. Я многие с тобой еще из среды альтернативщиков. Ну, очень емкое понятие среда альтернативщиков, потому что среди альтернативщиков о вторжении, о ядерном ударе говорят только Кунгуров, Макаров и Мамаев, то бишь я в нынешнем воплощении. Ну, дело не в этом. А остальные болталки, болтология. Более что-то тельное было истории Пи, но сейчас он уже... Еще 2 года назад, по-моему, он там «Чужие на фасадах Питера». Сейчас уже такую муть начал гнать, что то же самое этот исторический вольнодумец. У него соты при стриме, у него соты на сзади. Символизм будет их падением. Их цель заболтать, болталки. Они говорят обо всем и ни о чем. Они уже многие годы водят людей по закопанным этажам, не идя дальше. Уводя в сторону и не идя дальше. Вот на этом все заканчивается. И потом всякие идиотские версии, абсолютно бредовые. Вроде бы по делу, да, много информации, мозги забиваются, все, а потом какая-то абсолютная фигня. И люди вот перевариваются этой какашкой последней. То есть по, разбирать по программкам, по НЛП, вот эти вот многие ролики. Ютуб все это поддерживает замечательно, раскачивает. Раньше это... на монетизацию влияло, сейчас просто влияет на психологию. То есть каким-то образом люди реагируют на количество просмотров. Вот если я зайду, допустим, ну сейчас примерно, так, полноэкранный режим, попробую вот сейчас, допустим, Telegram, видео Цельнозора. И там можно увидеть много-много просмотров. 2-3 тысячи. И ссылка одна. То есть в Telegram люди заходят. Сейчас попробую, если он отвис. Вот. Допустим, да? Кладбище Котор, вторая часть. Там больше 2000 просмотров. Вот. Прогнозное программное разрешение. Вот. Котор 2700.
Я иду на, допустим, мой канал. Открыть в новой вкладке. Вот, пожалуйста, показываю. Кладбище Коттера, вторая часть, 1000 просмотров, 728, 1,6. То есть в два раза я вижу, что заниженные просмотры по сравнению с... Вот только с Телеграма перешли, потому что кладбище в Коттере больше нигде не было долгое время. Только с Телеграма прошло на 1000, на 1,5 больше людей, потому что, ну, смысл просто посмотреть. Нужно ткнуть, иначе Телеграм не зачитает. Если ткнул, значит перешел на... Вот так вот работает, ну, о том, как наши любимые глобалисты Big Tech работают, как они с техниками по влиянию на мозги человеческие, мы говорили уже много в других местах. Вернулась с улицы, все небо в химтрейлах началось после долгого времени. Ну да, некоторое время был план Б, сейчас план С. Все то же самое, только с удвоенной силой. Модные процедуры, полоски в небе и так далее. Ну, поскольку мы этот стрим ведем на известной площадке, которая известным образом относится к некоторым вопросам, нельзя сомневаться в эффективности жидкости, нельзя сомневаться в итогах выборов в Америке и так далее. То есть некоторые святые вещи мы об этом не будем. Опять аксессуары, да. Что будет происходить с деньгами? Ну что, с одной стороны, у кого-то их будет становиться больше, понятно у кого, а у народа меньше. А цены, естественно, все... Это деньги сейчас, это инструмент. Будет огромнейшая инфляция. План Б не сработал, все как-то уже привыкли к событиям в Шри-Ланке. Сейчас Бангладеш начался, будет Индия, в Китае смотрим, что происходит. Опять же, в рамках стрима не могу сказать. Понятно, что и Иран, Пакистан, Турция. В Турции инфляция 100%, у нас инфляция 300% по факту. События на Украине, об этом я уже кучу роликов сделал, не на YouTube, естественно, смотрим. Там тоже много интересных вещей, на мой взгляд, аналитика, более глубокий срез происходящего, включая символьные, квантовые, объясняя, как там все происходит. Вот хотите знать, как все происходит, смотрим разборы роликов. Повыше вопрос. За машиной Дима приехал. То он с машиной приедет, надеюсь. Вот. Ну, да, он в Швеции. Здрасте, как работают мудрые? Можно кратенько? Блин, ну, как ходит сороконожка? Можно кратенько? Ну, вот как-то ходит. Пока не думает. Он начнет думать, перестанет ходить. Подробнее о детях, родившихся при помощи кесарева. Вопрос. Они не прошли родовой путь. Значит, статуса родившихся нет. Мона, давай об этом отдельно и в Телеграм. Это все-таки может быть недостоверная медицинская информация. Так же, как и с модными процедурами. В Приднестровье война будет. Война будет везде, включая сценарии. Известные, Мона их озвучивала. Ядреный удар, сценарий очевиден. Ни одна из сторон не может проиграть, нужно повышать ставки, повышать ставки. Ну вот сейчас идут удары по атомной электростанции. Какая бы страна их реально не проводила, Украина обвиняет, понятно, РФ, РФ обвиняет Украину. Об этом в отдельном ролике все. Но это сделано для того, чтобы обвинить в ядреном ударе других. Операция под ложным флагом. Кто их проводит, на самом деле, хрен там разберешься, меня там нет, я не знаю, что откуда стреляет. Но если будет удар, будет обвинение с двух сторон, и будет ответный удар. Потому что это выгодно, по большому счету, всем и глобалистам. Почему это выгодно глобалистам? Почему все события спланированы давно и сейчас просто реализуются по тому плану, который был заложен давно? Смотрим ролики на Telegram. Мой разбор про товарища, который не товарища Зеленского, и почему это все было спланировано раньше. О чем стоит предупредить родных, чтобы стоять в буре? Да и я уже всех, кого можно, предупреждал. Когда Мона была феей, вдруг все остались там не за героем планеты, тоже с феями. Вселенных
циферка такая где-то 39 нулей после единички. И не факт, что после единички. В каждой вселенной примерно столько же планеток. Вангую, что да. Хренова туча. Всяких разных планет. Фантазии просто не хватит, чтобы все это писать. Цельнозор, как проверить себя на подключке структуры врага? Могу я видеть поток его как враг, но не знаю, моя ли это билка или внедренная в меня. Руслан, это твой мир, разбирайся сам. Реально, техники я дал, как с этим разбираться. Тыкать палкой, что делать, твое, не твое, ты почувствуешь. Ну, вот. Это то, чему мы учим на сеансе. Условно говоря, мы тренеры. К нам приходят люди, которые хотят научиться ходить, а если ходят, то научиться бегать. И мы помогаем, видим, что не так со стороны, даем пинка для ускорения и вперед. У нас нет цели бабла срубить, нет цели обмануть, нет цели просто научиться работать с вами. Куда ты пойдешь, зависит от тебя. Мы учим ходить. И разбираться со всякими структурами внутри себя. Структуры врага или не врага, это ты сам решишь. Война будет ли в Беларуси? Да, будет в Беларуси. Батька договорился с масоном, чтобы не трогали. Он не трогали до определенного времени. Да, 24-й год — это крайний срок. Сейчас уже обстрелы Беларуси пошли. Уже. На Украине было советское ракетостроение, были гарпуны, которые противокорабельные, как бы еще остался. Почему много и началось. Но опять опасная тема, скользкая, ну ладно. И сейчас, похоже, вместо противокорабельных сделали противоаэродромные эти ракеты. Потому что я не могу предположить, что техника безопасности нарушена в двух местах одновременно. Там два гриба. И где-то в полутора километрах, ну даже если в километре друг от друга, то точно. Вряд ли это, что два человека покурили так удачно с такими большими бомбами в двух местах. Моно я делал перед просмотром в прошлом году, обалдел от некоторых результатов. Да, результаты потрясают, результаты в изменении личности в человеке, в переосознании многих вещей. Ничего больше не делаю, еще не что делаю, это переписывая. Ничего не понял. Ну, если есть ощущение, но верим. Могут ли через ПЦР-тесты, это что за вопрос провокационный? Игнорируем. Ну, реально. Готовит ли объединение РБ с РФ? Да, это уже произошло. Протянуть ли принудительную локализацию? Провокационный вопрос, все ответы в роликах «да». Игнорируем. Какие действия нужно предпринять, когда начнется трындец этой осенью? Да, именно осень начнется трындец, и какого рода трындец, я тоже рассказывал и расскажу в роликах. Все те наши видения, которые были год назад, о событиях 23-24 года, прогноз событий, он все еще почему-то даже не удален с Ютуба. Удивительно, с Монады. Смотрим. Прогноз событий 23-24 год. Все так и будет. Детали мы тогда еще не особо знали, но в целом все, да. Там. Пока именно к такому сценарию все идет. Перебивка цепочек поставок. Голод. Я о голоде говорил давно. У нас все завязано на Китае. С Китаем понятно, что происходит. Значит, и импорта не будет. Уже импорт и так уже накрылся. Без импорта у нас производство. Все рушится. Остатки его. Что делается с экономикой? Смотрим. Что делается с рублем? Тоже понятно. По идее, если бы рыночек реально решал, то у нас сейчас был бы газ копейки, потому что его некуда девать, и все нужно на внутреннем рынке продавать, соответственно, ценообразование. У нас бы бензин был бы копейки, у нас был бы 1 рубль, 1 евро курс. И мы жили бы уже при коммунизме, если бы реально были вот те сказки работали, которыми нас кормили в 90-х. Рыночек все порешает. Главный решатель по рыночку уже получил. Дай бог ему здоровья именно в том состоянии, столько, сколько сейчас есть, со всеми тиками, припадками и болями и прочее. Так что от бумеранга никто не убегал, карма есть. Не все нам говорят, но вот многие верхушки просто, ну, нас покидают. Листопад начался.
Так, что пишем? Почему именно Россия надежда на восстановление нашей? У кого какая надежда? Вот у меня уже нет никаких надежды на Россию вообще. С этим быдло населением, которые навесили на себя руну и поверили, которые отказались от звезды на броне со всеми вытекающими, которые поверили в то, что вот геноцид резко закончился с началом спецоперации, да. Угу. 30 лет нас геноцидили, уничтожали, и вдруг резко так все изменилось. Потому что люди той же национальности, которые здесь рулят на Украине, вдруг позволили кому-то зигануть. Пошли освобождать, ага. Прям все изменилось. Путин чуть ли не целовался, условный актер, фронтмен, как и Зеленский, на мой взгляд. Целовался со Швабом. И вдруг резко все изменилось. Да-да-да, поссорились, надо же. Но почему-то все еще гонят газ, почему-то все еще наши золотовалютные резервы размещают не в России. Почему-то все еще правила отсечения действуют, почему-то все еще действует соглашение по климату, по которому мы платим за выбросы и убиваем нашу промышленность, регулируя так называемые выбросы и так далее и тому подобное. Ну, вы о чем? Все еще у нас нет валюты своей, потому что рубль — это не государственная валюта, печатает не независимая от государства Центробанк и так далее и тому подобное. Все я разбирал. По Зеленскому еще пройдусь, там еще хуже ситуация, чем в РФ. Держится батька, молодец, но его ненадолго хватит. Договоренности они имеют конечные сроки. Так что буря приближается, шторм грядет, и ничто не может отменить грядущее. Шторм будет, будет большая чистка. Но опять же, не в рамках стрима. Так... Так. Вон и читай. Угу. Так, как душа выбирает родителей, по каким критериям? Вот хочется по ответить вопросом на вопрос, но национальность у нас не та. Какая душа? Что такое критерии? Какой-то резонанс есть. Смотри, какая душа. Кто-то ищет комфорта, кто-то ищет там любви, кто-то ищет, куда бы воткнуться. Я думаю, очень объемный вопрос. Мы не будем отвечать так детально, ну, потому что закопаемся. Это нужно знать конкретику, да, Ману? Да. У каждой души свой запрос. Есть клонированные как бы души, есть непонятно как. Эко тоже вопрос. Суррогатное материнство тоже такой вопрос, кто там, какие души, куда, если не брать магию. Ай, так. А план Си более жесткий? Ну, увидишь, очень жесткий, да. План Си — это банановая республика и развал. План Си предусматривает, что все те, кто сейчас покинул вот эту модную тусовку, становятся политической тусовкой. Переворот осенью, жесткий такой либеральный в России, со всеми вытекающими. То есть Майдан, умноженный на 2 по кровавости, потому что там в Кохляндии еще сдерживали это, а у нас некому будет сдерживать. Россия сейчас враг номер один везде, как бы. Поэтому что там происходит, это... Никаких пределов не будет, будет вакханалия. Работаем, чтобы немножко отменить, но все идет по плану. По-моему, это часть плана. Если я чувствую, что мой роман меняет реальность, это нормально? Ну, смотря какой роман. Есть такие романы, уху-ху. Твою реальность точно может поменять. А если еще этот роман Абрамович, то как бы даже не сомневаюсь. Почти не шучу. Какие возможности человеческого тела, которых мы не знаем? Да, я о структуре человеческого тела ни хрена не знаю. Вот есть лимфосистема, которой медикам ничего не говорят, она чуть не более важна, чем кровеносная система. Это доставка других организмов, микроэлементов в организм, снабжение. И есть позвоночник,
которого одно защемление, это перекос тени нервной системы. Есть психосоматика, которую мы не знаем. Давят как могут альтернативную химии, способ, медицину. Лечение информацией. Полями, физиопроцедуры давят. Как в Советском Союзе была куча медпрепаратов, которые лечили и помогали. Все это давится. В Индии есть куча альтернативной медицины. Аюрведа, все это работает. Все это в Индии признано, есть доказанные результаты, повторяемые, это не сказки. Гомеопатия, то, что я еще говорю, лечение информацией, тоже под запретом. Хотя эффективность чуть не выше, чем... Ну, понятно, что химию никто не отменит, там анальгин, чтобы снять головную боль, это гарантированно работает. Я не говорю, что это не работает. Это работает, но это не единственный путь. Работать нужно именно с причиной. Поэтому какие возможности человеческого тела, которых мы не знаем? Ну, очень объемный вопрос. Отличие между допотопными и современными людьми. В основном в голове. В Сибири будет побезопаснее, чем в центральной части России. Смотри, что считать безопасностью. Если сохранение тела, то да, можно, наверное, в тайгу уйти и там пару лет в домике на дровах с запасами. Но чем это поможет? Выйдешь и все равно. Когда вы чистите родовое дерево, блин, а мы чистим родовое дерево? О чем это вообще? Если мне спокойно на душе, это нормально? Ну, смотря где душа. Нормально все. Как душа выбирает родителей? Бывает наоборот. Германия опасно будет. А сейчас, блин, безопасно там? С теми процессами, что происходит с обеззаловкой. 200 лет назад было вторжение жуков на корабли. Где они сейчас? Жуки или корабли? Или их сознание воплотились на земле, как жуки они? Да, это сознание. Рой на протяжении долгой своей, можно сказать, жизни. Менял сначала, это были одни, один тип жуков, потом присоединялись, поднимаясь вверх. Потом появились, типа, разные другие жуки. Вот эти вот богомолы, так называемые, и так далее. Потом были другие тела, потом симбиозы, потом киборги. Тела менялись. Это форма вируса, форма сознания. Сейчас это объединение человеческих тел. Сейчас это, они в человеческих телах. Поэтому выглядят, говорят, как люди, но, скажем так, мораль совершенно другая. Это называют заговор, это не заговор. Это единое сознание, hive mind, которое сейчас пиарят и пытаются восстановить вот именно то, те технологии, тот рой, который был раньше только на новом уровне человеческом, скажем так, в человеческих телах. Это интернет-тел, это вот все технологии, которые есть сейчас, это технологии роя, которые нас загоняют. Вот эти вот 5G, этот блокчейн, эти сотовые вышки, которые, ну, не сотовые, специально символизм везде, соты везде, даже на у нас в Минобороне. Один глазик везде, смотрим символизм, смотрим прогнозное программирование, расшифровки, как это все работает. Почему именно прогнозные, почему программирование? Потому что времени нет. В том сознании тоже время не так течет. И у них время не так. Именно поэтому паразитизм везде у нас на всех уровнях. Мы все это уже говорили в роликах 100 раз. Что такое кон и как в нем движется энергия? Из чата монада. Еще бы знать, что такое кон на самом деле. Это некий правило, принцип. Как в нем движется энергия, блин. А в нем она движется. Это формула, условно. Это код. Который, вот как я говорил, по уровням. На уровне реальности 9 доступных человеку я говорил. У человека 9 чакр, по большому счету, не 7. И мы дадим эту технику с Муны чуть позже людям. Апгрейд чакральной системы. Приведение к нормальному более-менее виду для взаимодействия полного со Вселенной. Это надчакра и подчакра, скажем так. Нулевая и восьмая. Белая, условно, и черная. Потому что спектр, он
начинается с черного и белого, а между ними есть цвета. Людям сказали, что вот этого нет, и только вот. Как обрезали, форматировали. Да, сказали, что этого нет. Вот как та обезьянка. Когда-то проводили эксперимент такой. Доска, там горит огонь. Обезьян на одной стороне, за огнем стоит. Ну, банан условно, да? А за обезьянкой кувшин с водой, либо емкость и чашка. Нужно чашкой взять, затушить огонь, пройти и взять банан. Так вот, проводили такой эксперимент, а потом сделали такое же над водой. Вот буквально по воде она идет, но ну, по доске, но доска в воде практически. Ну, то есть можно черпануть и все. Так, обезьяна все равно брала воду из емкости сзади, чтобы затушить. Потому что ее так научили. А когда из емкости сзади воды не было, все, обезьяна в ступоре. То есть то, что вокруг вода, это не вода. Она не может догадаться, что свойства те же, нужно взять, зачерпнуть и полить. То есть сообразительности, смекалки нет. Это ну, такой уровень сознания, такой вот исполнитель. Тупой. Вот большинство людей сейчас отучают думать самостоятельно, креативить. Убрали логику, убрали астрономию, убрали многие другие предметы, чтобы, ну, опять же, не могу в рамках формата Ютуба много говорить на эту тему, но вот такие люди сейчас. Они не понимают. Все, что нам сказали, немножко искажено. У нас медицина, которая не лечит, а наоборот, у нас образование, которое не образовывает, не обучает уму, а наоборот давит именно ум и включает запоминалку. То есть некого робота, мысли-болталку. Клиповое такое сознание, мышление, вот взять и применить, что думать отучает абсолютно. У нас экономика, которая уничтожает собственно экономию, экономность, экономику людей. Финансовая система для того, чтобы люди лишались всего, были нищими. Экономика, чтобы люди были в зависимости постоянно. У нас политика именно, чтобы люди не получали реального управления и были отсечены. У нас религия, чтобы люди были отсечены от кона. Выдумали сказку про человечка, сидящего на дедушку на облачке. То есть все искажено, все вранье, включая историю. Вот с этого главного, ключевого и наглядного я и начал, собственно говоря. Начал показывать, что вся история это ложь. И, соответственно, если история официальная, ложь, мировая, то история религии, соответственно, религии. Насколько истинно, насколько им можно доверять, верить, не без аналитики и так далее. Поэтому с этого все и началось. Приветствую, Великий Устюг тоже. Почему эгрегор судебный до сих пор так силен? Да, эгрегоры слабеют, но тут не в эгрегоре дело, а в людях, которые это все исполняют. Почему только в этом воплощении дана возможность вспомнить, где мы? Почему только в этом? Ну, пришла пора. Откуда взялись негры, индейцы, желтокожие? Ну, сейчас действительно есть ГМО люди, но вот такие вот разнокожие люди были и раньше, только они немножко другими были. Да, 80% населения были белыми, белокожие, скажем так. Остальные были, скажем так, гости. Потому что изначально эта планета ловушка, эта планета военная крепость. Она вся была покрыта силовым полем, вся была покрыта крепостями, звездами, буквально на каждом шагу многоуровневая эшелонированная система обороны. Крепость звезда в крепости звезде внутри, многослойные, покрывающие друг друга. И еще был общий купол. И пирамиды качали именно первый слой силового поля вверх. Под ними была жидкость известная, и об этом тоже многие говорят. И эта форма, эффект форм никто не отменял. Вибрация. Чем ниже вибрация, тем дальше луч посылался. Вот как-то так. Это все я рассказываю в других роликах. Отсутствие эмпатии у человека – это врожденное или приобретенное. Отсутствие эмпатии – это нечеловеческое. У человека, у любого есть эмпатия. Даже у животных есть эмпатия. Нет эмпатии у насекомых, что мы и видим. Выглядят как люди, но абсолютно пофиг на страдания других.
Это у паразитов так все изменено. Кто-то... Где вот это роевое сознание? Ком? Зиждется, я рассказываю в других роликах. Готовы люди воспринимать хорошо забытые знания или нужно, чтобы шторм осел? Некоторые готовы. Соратники просыпаются, подтягиваются постепенно. Не факт, что эта же команда что-то еще будет делать и далее, да и не надо, но то, что начался процесс вспоминания, потому что это техники, которые мы даем, они однозначно работают. И процесс уже пошел. Его не остановить потихонечку, но трещина в плотине есть, дальше уже вода пройдет. Как мы раньше могли, возможности нашего тела, да, ну блин, опять возможности тела. Как насчет возможности разума? Это важнее. Будет ли исполняться видение Моны о костре и войнах? Естественно, оно уже исполняется. Она уже идет. Она началась буквально через день после того, как мы его опубликовали. Мы 22-го это увидели, 23-го опубликовали, 24-го начались всем известные события. Так что именно все так, как и мы видели. Это не костер, это трава, которая горит и расходится. Ну, медленно вот. Так. Это не какой-то такой же, это медленно тлеющий, да, пожар, который будет захватывать все новые и новые страны. И это и происходит, потому что Польша вписалась давно. А почему, я расскажу все-таки в ролике про вторую часть, почему события на Украине происходят так, как происходит. И это все прогнозное программирование. Оно было, и сейчас это по этому программированию идет. Для меня это более важно, чем какие-то шпионские, инсайдерские информации. Ну, это более чем инсайдерские. Это вот тот самый квантовый уровень символьный, когда вот пришло определенному сознанию... И проводники этого сознания от тусовки, фронтмены, взяли и выложили это всем, озвучили. А другая часть фронтмены политики начали осуществлять. Это левая и правая рука. Это все один рой, одно сознание. Если показывают утром в газете, вечером в куплете. То есть это, если это утром в ролике, то это рано или поздно будет на физике. Это вопрос времени. И я уже много-много роликов, подтверждающих это, снял, рассказал, показал. И для меня это более важно. Что в Арктике? Почему над Северным полюсом не летают самолеты? Над Северным-то иногда летают. Еще один континент. На Южном полюсе один, еще один континент. Да, зачем персонажи ездят в Антарктиду? Я не знаю, кто куда ездит. Никаких... То, что там сказки, что папа римский туда поехал, ну, блин. Где вот реально подтверждение видео? Много всякой херни люди как-то на веру принимают. Какие-то там секретные архивы Ватикана, которых никто не видел. И так далее. Ну, что за бред абсолютный? Может быть, конечно, они есть, но не факт, что в Ватикане. Что, других мест для хранения нет? Почему именно Ватикан? С тем же успехом сказать, что секретные архивы, не знаю, Стены Плача. Такой же религиозный объект. Или секретные архивы этого куба в Мекке. Ну что за... Ватикан это здание, по большому счету. Группа зданий. Город или почти город. Как это сказать? Там особое объединение в Италии, которое Италии не подчиняется. Неважно. Что скрывает Австралия? Почему она вся в заборах охраняется военными? Да, у нас и Сибирь также охраняется военными, там куча военных объектов. Я не в Австралии. Ребят, гадать нет смысла, но свое видение, ну... Это сейчас не самая актуальная информация, что происходит в Австралии. Кенгуру там бегают, все, что могу сказать. На что это влияет? Ни на что. Мы здесь сейчас, нам нужно действовать и выживать адекватно. Так, мы вас так любим, классные, красивые. Так, давай ближе к телу. Добра, сил, ну хорошо, и тебе добра. Так, сколько лет дети ответственны, со скольки лет соответственно свои поступки? Как тут работает карма? Ну, как сказать-то? Если в 5 лет убил ребенок человека, такое бывало.
то с чего ему потом не прилетит-то? Да, есть такое понятие, как общее поле родителей. Более того, по нашей вселенной у женщин, скажем так, поле мягкая карма, потому что за все, что делает женщина, так или иначе отвечает мужик. Это он, связь с коном, через него все прилетает. Поэтому все, что творит баба, прилетает мужику, по большому счету. Вот такой вот интересный. Это как лошадка, грубо говоря. У лошадки должен быть хозяин, условно. Капитан и команда. Сейчас меня закидают феминистки тапками, но хрен с ними, это правда. И дети в поле родителей, да. В поле матери, родителей до там к определенного уровня, лет до 15 примерно. Опять же, бывает плюс-минус, но примерно 15, когда ребенок вот выходит в свое какое-то поле, поэтому вот непонимание в этот момент, ребенок ищет себя, начинает конфликтовать с родителями, но отделяясь то, что происходит как раз-таки на тонких планах, оно и на физике происходит. Это нормальный процесс. Подростки, максимализм, все против, мир кака, родители вообще ни хера не понимают и так далее. Это нормальный, естественный процесс отделения. И появление, скажем так, все, что он натворил раньше, вот на него и переходит до этого как бы на родителей. Но и в то же время наоборот, что все, что творят родители, то прилетает и ребенку. Слабое звено. А если еще в общем поле кошечка-собачечка, то и иногда и им прилетает. Они просто как более слабые звенья, более слабая энергетика, иногда помирает. Там канареечка помирает и так далее при ударах магических. Да, есть такое понятие со скольки, но вот с 15 получается и прилетает. Поэтому вот многие дети, родители, которые накосячили, которые думают, что им все позволено, им тогда лучше не иметь детей, либо... Потому что только дети отделяются сразу, или если родители перенагрешили с волей, скажем так, сломанием других, то жизнь сломает этого ребенка. Некоторые судьи думают, что им все возможно, мантия их скроет. На самом деле они получают и разрушение семей. Вряд ли можно найти счастливую, гармоничную, так называемую судью, потому что не может баба решать судьбу мужиков. Просто в принципе быть над. Она может быть частью системы, да, поскольку личности мало, она может скрыться до некоторого времени. Но когда ребенок вырастает, все, что она творила, прилетает ребенку. Кроме судей, это очень хорошо работает с теми детьми тех женщин, которые делают приворот. Политика и привороты, да, да, ломают. Скажем, это более жизненный такой принцип, это очень многие пример, там, да. Очень многие сломали на этом завязаны. Мужика и получили. Многие гуру, скажем так, от эзотерики, многие гуру учат, что своих там мужей нужно привораживать, они тогда лучше заземлены и так прочее. Да, есть такие достаточно известные практики, которые там собирают тысячи, у них подписчики и все. Они учат, что вот так. Но они почему-то не учат, что будет с детками этих женщин, которые привораживают, по сути, ломают волю. Ну, это тоже очень плачевно, печально. Я думаю, что на канале собрались люди, которые умеют размышлять, могут сами подумать и посмотреть, что из этого получается. Да какой даже приворот? Иногда вот почему выкидыши идут один за другим? Что такое выкидыш? Это попытка женщины материализовать себя как, ну, как женщина, как мать. За что прилетает? Иногда там смотришь. А, вот было интересно так вот. Развести на бабки мужика, покушать и типа не дать. То есть обломать мужика в его желании стать отцом, грубо говоря. Она много лет всю молодость так этим занималась. Вот ей скопилось все это, обломы всех мужиков. И она сейчас обламывает, ее вселенная обламывает как женщину. Все. Бумеранг прилетел. А всего-то чего? Кинула там пару сотен. Тихоньки да хахоньки, поунижала как мужиков. Ну все, получи, унижение как женщины. Не быть ей матерью. От бумеранга никто не убегал. Лучшая защита — это ее отсутствие. Ну вот аксиомы. Вот никто не хочет думать об этом. Что все равно прилетит. Так устроено. И очень хорошо, что так устроено. Так тут работает карма. Так и работает. Она работает и достаточно. Татьяна Монтянь на стриме тоже сказала про тлеющий костер. Да пусть говорят что угодно, потому что очень многие смотрят на самом деле и говорят по-своему, чуть иначе, но как бы перехватывают управление враги, друзья иногда хайпуют, присваивают себе информацию. Бывает. На самом деле очень много, так,
первенство именно у Моны и немножко у Цельнозора видения. Да. Ну что ты? У Татьяны Монтян свое видение, не понимаю, зачем нам эта информация. Ну смотрите, смотрите. На самом деле много болталок и много каналов, которые говорят якобы о том же. На самом деле враг не дремлет, он очень умен, поэтому появляются каналы. Тот же самый «Только в плюс», который появился после того, как появился канал «Цельнозор». Александр позвонил мне потом, просил разрешения использовать мои материалы. Мы поговорили, я говорю, да, отлично. По звуку договорились, что что-то будет. Он пропал, потом начал, появился ролик по звуку о том, как какой-то слепой ориентируется якобы по эху человек. То есть хочешь заниматься, да и там очень интересный ролик был построен, хочешь заниматься, изучать древние технологии, вибрации, ты станешь слепым. Вот так вот там запроектировано, плавно переводится тема с одного на другое. И у него все ролики так на самом деле, очень хорошо зомбируют, программируют людей. Вроде бы говорят о том, а вывод совершенно противоположный. Все переворачивают, молодцы, гениально зомбируют людей, на мой взгляд. Программируют. Ну, как программируют? Потому что, ну, образы, если показать определенные или слова сказать, потом направить людей, еще сделать так, чтобы они сами сделали неправильный вывод. Потому что на образах-то реакция идет. Ну, к примеру, вот, ну, я скажу лимон. Все представили лимон, сразу пошла реакция, у всех слюна выделилась немножко, все вот этот кислый вкус представили. Что это такое? Программирование, магия, как это назвать? Ну, вот примерно такой же принцип, так все это и работает. К вопросу тоже предыдущему, как все это работает? Через образы. Мысли и символы правят миром. Вот образ лимона дал, у вас уже пошла реакция. Программирование. Можно сказать, вот так, да, я запрограммировал слюноотделение. Еще образ там, кинув энергии, ну, пожалуйста. Так, вопрос к стриму. Мясо кушать не надо, рыбу. Кому не надо, а кому надо. Вот, блин, интересно формулируют вопросы. Волку надо мясо кушать. Котики тоже не откажутся. И от рыбы они не откажутся. Блин, вот, вот точнее формулируйте, пожалуйста. По возможности. Я не докапываюсь, это реально важно. Потому что одно дело, что вы спросили, другое дело, как я это понял. И как другие это поняли. Так. Трамп как-то сказал, что Россия и Украина конфликт, видимо, не решат, придется вмешаться. Верю, что он тормозит процесс. Ну, как сказать? Какой-то процесс он тормозит, какой-то ускоряет. Его задача интересная. Помочь не помогая, направить не направляя, ускорить тормозя. У Трампа свой отдельный мир и отдельная задача. Давайте мы не будем это в рамках настоящего стрима. Вернемся мы к прошлым телам с ровными носиками. Ну, кто захочет, вернется. Тела — это тела. Можно родиться при желании почти в любом теле. После победы. Не сейчас. Сейчас здесь ловушка. Никто никуда не уйдет. Пока окончательно не разберемся совсем. Почему враг и пытается устроить всякие церны и прочие хрени. Играется со временем, с расколом пространства, пытается поднырнуть в прошлое, расколоть эту вселенную, чтобы вырваться. Типа даже если вселенная хлопнется, сознание-то вырвется. Не, не вырвется, наоборот. Так, хотел задать много вопросов, а начался стрим, вроде как уже нет вопросов. Все понятно. Все понятно. О, Лена, все понятно. Как происходит процесс встречи между людьми в разных воплощениях? Уточни вопрос. Что их тянет друг к другу? Сиськи-письки тянут друг к другу. Если кто-то скажет, что этого нет, тот ошибется. Высшее предназначение, ну все это хрень. Ну что-то тянет. Ну тут смотря кого, куда. Кого-то бизнес совместный, кого-то любовь, кого-то... Карма. Бывает такое, что убили один другого, потом наоборот. Есть такой анекдот хороший, да? Мама, как вы с папой познакомились?
Когда-то он был инквизитором и сжег меня. Я пыталась отомстить. Вот отомстила. Вот это почти не юмор, да, Ману? Вот, как-то так. Даже не знаю, что сказать. Хороший анекдот, скажем, да. Хорошо, что это не про нас. Современные компьютерные игры зачастую предполагают создание под себя аватара, которым идет управление. Чем это чревато? Вот именно этим перенос себя, отождествление себя добровольное с персонажем в квантовом мире, со своим квантовым двойником. То есть человек добровольно дает согласие на перенос себя в этот цифровой мир, на свою цифровизацию. На мой взгляд, это потеря души. Потому что цифровка человека означает перенос себя немножко в другое цифровое пространство. И опять же, прогнозное программирование. Смотрим фильмов, много на эту тему было. Включая фильм «Мобильник», тоже интересный. За то, что планировалось. Сейчас все сорвалось, но это не в рамках стрима. По состоянию с модной процедурой будет отдельный ролик. Чем это чревато, что усыпляем, стерилизуем животных? Ну, назовем это метод процедуры. Через эгрегор работает. Назовем нейтрал. Это нужно. По какой причине не было повсеместного включения 5G данных? Включились как бы. Сразу заговорили. Ну, потому что на 5G, на интернете тел все не останавливается. Интернет тел, интернет вещей. Все это едино для цифрового сознания, для того роевого сознания, которое внедрялось и сейчас пытаются еще внедриться, хотя это бред. Ну, у них нет другого плана. Они должны были создать цифророй, который был раньше, только в других телах. Все. А для этого цифрового сознания, что робот, что человек, что... Неважно. Более того, там все бесполое. В рое самые активные, вот самые низовые, это бесполые самки без личной жизни. Поэтому идет уничтожение сейчас мужественности во всех проявлениях. И идея о том, что А, мы равны, одинаковые, на самом деле не одинаковые, мы равны, но не одинаковые мужчины и женщины. И полов хреново туча там, 50 или сколько там, по-разному. Опять можно нарваться на страйк, поэтому помолчим. Мир гигантов, да и уже есть ролики на эту тему, ну что вы. Так будет или нет, либо вторжение инопланетян. Ну, такой сценарий прорабатывался, но он был на 50-й год, чтобы окончательно объединить человека, но людей и бросить их в бой против, опять же, людей. Только с других планет, которые шли нас освобождать. Расстояния просто большие. Это всего лишь мое субъективное мнение. Но сейчас уже это не актуально, по-моему, не успеют. Вообще, да, планировалось. «Чужак в чужой стране» Хайнлайна насколько документален? У Хайнлайна много чего интересного. Например, этот же Starship Troopers, это «Звездный десант». Вот «Звездный десант» — это документалка на 100%. «Седьмой сын» — документалка на 100%, но немножко в другой вселенной. Это было в магическом мире. Дальше идут инсинуации на тему разные. Не уверен, что это документалка. Ну, скажем так, нет ничего полностью сказочного. Все в какой-то мере выдано. Было оно выдумано, скажем так, приспособлено в той части, в которой нужно объяснить нашими терминами нашего мира бытие в других вселенных. Да. Поэтому, да, частично документален. У Хайнлайна вот только две, пожалуй. А, нет, вру, «Седьмой сын» — это игра Эндера, это Руслан Скотт Карт, вру. Немножко заговорился. У Хайнлайна только, пожалуй, откровенная документалка — это вот «Звездный десант». Все, я немножко перескочил. Да, Орсон Скотт Карт, «Игра Эндера». Хотел связать, что это такая же документалка, как «Игра Эндера». И у Орсона Скотт Карта есть еще хорошая документалка «Седьмой сын». Седьмой сын седьмого сына. Про магию, про некое зло заточенное, как оно высвободилось, как они потом воевали. Напоминает очень одно из наших воспоминаний, но это потом как-нибудь опубликуем. Не все воспоминания опубликуем, но некоторые опубликуем. Тунгусский метеорит 1908 года — это кто?
Что или кто, не знаю. Фантазировать не буду. Версий полно. Якобы это Тесла сделал, якобы это вот один из таких лучей. И так далее. Как влияет на человека переливание плазмы крови? Ну, переливание крови это как и любая операция по пересаживанию, допустим, донорских органов. Сейчас это все работает иначе, то есть тот, кто вампирит, получает в себя донорский, он получает, как бы, грубо говоря, чужую карму и отрабатывает, то есть теряет свою душу, на мой взгляд. Неверная медицинская информация, но медицинской информации тут нет. Есть много исследований уже, которые подтверждают то, что, ну, допустим, человек чужое сердце получил и получил свойства того человека, который там начал рисовать, как предыдущий владелец. Изменились вкусы, привычки, пристрастия. То есть можно сказать, что душа как бы вселилась в другое тело. А своя душа была... Ну, сознание и воспоминания некое тоже, но постепенно идет замещение. Раньше было наоборот. Человек, который принимал в себя этот донорский орган, подпитывал себя этим. А сейчас наоборот. Донор становится получателем всех нематериальных плюшек. А это более важно. Мона, добавь что-нибудь на эту тему. ДНК-структурка – это фрактальная антенна. Вот и представь, получаешь в себя чужую ДНК-структурку. Что ловит эта антенка? Идет все очень просто. Да, 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 все да. Очень просто, идет перенастройка. Также с донорами, также кровь, да, также ты говоришь, вот другие органы и все прочее. Ну и это включая... Соединение ДНК на уровне фрактальной ДНК, ну это понятно. Да, общее поле, скажем так, и теряется свое поле, включая очень тонкие поля, те поля, на которых активируется, работает, существует, взаимодействует душа, ну как угодно можно назвать. Замысел для чего сделали? Чтобы воплотить свой замысел, нехороший, чтобы обмануть, я уже говорил на эту тему. Показывают все, что как есть, чтобы резонанс выйти, а потом программа. Все хорошо, не рыпайся и помри, иди на тот свет. Этот вот ЗГА, якобы человечек, осознался, проснул, он как бы идет наверх, на чердак лезет, то есть, ну, как помирает. На самом деле он упал, там нужно смотреть, с чего начинается и чем заканчивается. Потом как бы путешествует в этом загробном мире, мире смыслов, и уходит окончательно. Его якобы провел проводник. На самом деле это история о загробном мире. И об этом они не говорят. Ну, это очень нехороший фильм. Сначала я был впечатлен, потом посмотрел, люди что-то не покупаются. Я постарался распиарить этот фильм, показать. Потом нас забанили, потом на нас сделали пародию, якобы высмеять, ха-ха-ха, как смешно. Не получилось, обломали сами. Огребли за это. Ну и на этом все закончилось. Ну, там миллион просмотров он с чем-то собрал. Ну, думающие люди уже все поняли. Ну, на самом деле мы переиграли этот сценарий, и он работает за нас. На самом деле я сейчас еще соединю его на символьном квантовом уровне, то есть вставлю этот фильм-замысел немножко в свой ролик какой-то. Таким образом, важно последнее слово, что называется. То есть, как в итоге этот фильм будет использован. Вот это весь эгрегор, я... замысла, идеи, ее перенаправлю в другой. Передумать врага, это очень важно. Так вот, для того и сделали. На мой взгляд, немножко свой замысел внедрить. Насколько это получилось, то каждый пусть сам думает. Потеря души, как понимать такое явление? Ну, так и понимать стирание. Душа — это некий кристалл на некотором уровне. Выше квантового даже. Квантовый — это просто информация. Информационного. Есть еще более высокие уровни. Вот на этом уровне может произойти. Это тоже некое материальное явление. На этом уровне может произойти именно разрушение души. А, соответственно, без души не живет тело. А душа привязана к телу по частоте, по квантовой антенке, определенной фрактальной, по ДНК. ДНК — это тоже спиральная антенна. Имеющая свою частоту, там записана определенная информация. Какая информация записана? Ну, грубо говоря, как вот шарманка. Вот она крутится, вот задевает за... Только вместо этого круга спираль ДНК. Вот она как вращается, вибрирует, задевает вот этими там соединениями за Вселенную, скажем так, за частоты и прочее. И как бы получается мелодия. Горяев об этом более подробно расписал, можно посмотреть. И вот по этой мелодии, по частоте,
и ориентируется душа, взаимодействие происходит, обмен информацией. Соответственно, душа стремится к этой частоте. Меняется ДНК. Все понимают, о чем я говорю в свете последних событий. Меняется взаимодействие с душой. Душа идет туда, где такая же мелодия. Такая же мелодия на информационном слое идет из некого сервера, куда сейчас все люди оцифрованы. Почему все оцифровкой продолжается? Оплата по лицу и так далее. Соответственно, люди вот это, с этими мозгами уже не могут контактировать. Вот, на мой взгляд, происходит потеря души. В Хеллбое Мону представили как могучую ведьму, которая объединилась с королем Артуром. Достаточно провокационные вопросы, по сути, нет. Зачем эта информация? Не понял. Ну вот я прочитала именно Мону, представили как могучую ведьму. Я считаю это довольно провокационным, и вопроса как такового здесь нет. Зачем вот эта уважаемая Андромеда написала это, не совсем понятно. Ну, есть много фильмов, которые показывают все извращая. Например, как представили, иногда представляют некий образ некоего героя. Вот Би-2 говорит, что нам не нужен герой, тоже некий образ. Наш любимый Голливуд представляет иногда тоже всякие извращенные образы, включая образ Таноса, очень извращенный. И там тоже есть некий женский образ. Тоже я делал разбор. Ну, непонятно, есть ли тут вопрос, есть просто какая-то информация, как некое утверждение. Ну, утверждение не совсем верное, вот прокомментировать тоже нужно. Да, есть провокаторы. Без них никак. Просто нужно всем быть бдительными. Что за переход в пятое измерение, которым переполнено инфополе? Смотри, что инфополе. Вот мое инфополе не переполнено переходом. Никакие 15-е, 20-е, какие-то еще измерения. Илья, мы победим, я знаю. Да как бы без вариантов. Почему на окраине полно колдушек и регрессологов? О, хороший вопрос. Мона, расскажи про западенскую Украину. В чем особенность этого места? Там достаточно хорошая, интересная георешетка земли, скажем так. Энергетика очень такая определенная, место силы очень хорошее. Соответственно, у людей, которые живут там, взаимодействуют с этим местом силы, определенные способности пробиваются. Другой вопрос, как это используется? Либо это используется в гармонии, люди живут нормально, гармонично, либо начинают заниматься херней и вампиризмом. Потому что отделить магию от не магии, ну, вот сейчас назвали магией, это вот обязательно вампиризм, обязательно ритуалы и прочее. А другие формы взаимодействия со Вселенной — это не магия. На самом деле, ну как отделить? Какой ритуал хороший, какой плохой? А ритуал любви, поклонения мужчине — это магия? А наоборот? Ну что, магия, не магия? Я не могу отделить. То есть, ну, иначе они используют, скажем так, во зло, неправильно. Им сказали, что так вот, только так и можно, как той обезьяне. Вот это магия. И все. Вот достаточно интересный вопрос. Пишет Оксана, простите за, возможно, глупые вопросы, но что делать на наших местах? Реально ли самостоятельно одолеть врага, или у нас все же есть союзники на стороне, и мы не одни? Вот, Илья, такой вопрос, это очень частые вопросы. Давай на него ответим. Отвечай. Ну вот, смотри, что делать нам на наших местах? Смотря на каких местах, опять же, ну, уточняйте вопрос. Ну, я не могу написать абстрактные вопросы. Что делать? Кому? На каких местах? И потом, что, своей головы нет? То есть я должен решать? Вчера на Монаде мы разместили хорошее видео, где показано, как на своем месте одна храбрая женщина борется с угнетающей ее системой. Это пример работы на своем месте, да, скажем. Надо твердо сказать «нет». И тогда система на самом деле ничего не сделала, потому что они не правы. Ее уволили, она восстановилась, получила все деньги, не работая все это время. И теперь ее хрен уволишь на самом деле. Потому что автоматически любое увольнение будет означать некую ангажированность, месть.
автоматические выставления. То есть она может прийти, посылать нахрен и так далее. Все будет интерпретироваться в ее пользу. Ее уволили, причем, еще раз, незаконно, и профсоюз проголосовал бы. Профсоюз не имеет права, это должен работодатель делать. Сейчас еще с полгодика будет судов, и она опять восстановится, потому что процесс был незаконный. Причем со всеми, с моральной компенсацией и так далее. То есть, вот пример. Говорят, нет выхода. Заставляют. У меня первый вопрос. А сколько дней ты голодал из-за отказа поучаствовать в определенной психоделике, психонавтике, или как сказать, сумасшествии массовом? Все молчат, как правило. Вот я с 20-го года, когда я там приехал с Бангладеш, не работаю. Ну, у меня есть некие накопления, которые сейчас не могу вывести из России, но это другой вопрос. Здесь пока хватает на некоторое время. Ну, все. Это мой выбор. Потому что я хочу жить, я хочу сохранить душу. Вот выбор другой. Таких примеров масса, масса. И мы уже об этом говорили. Что делать на местах? Да откуда я знаю? Вот своя голова есть? Думай. Все ждут какого-то там инструкции. Это как раз то, с чем мы боремся и против чего протестуем, да, Мона? Да. Да живи своей жизнью, нахрен. Все ждут какого-то там мессию, супермена прилетит, который разрулит все проблемы. Нет, твои проблемы разруливай сам. Все. Никто за тебя ничего делать не будет. А вот это то, что отбила система абсолютно. Самостоятельная жизнь, самостоятельное мышление, самостоятельная система ценностей. Что вы думаете по этому поводу? А правильно ли я делаю? Да, блин, делаешь и правильно. Достает иногда, просто достает вот эта вот человеческая, скажем так, привычка. Академия, мастер разборов Инны Тляшиновой, сегодняшний бум квантовой психологии. Как психология может быть квантовой? Что такое квантовая? С тем же успехом она что водяной может быть. Это среда. Это уровень сознания. Цифры. Психология зеленых листочков можно назвать. Да, цифровая психология. Это что, компьютер за тебя думает или что? Это вопрос опять, что вы думаете? Да какая тебе разница, что думаю я, скажи. Мне, честно говоря, похер, что ты думаешь ты. У тебя есть своя голова, есть тебе... Ты можешь применять техники, которые даю, точку зрения, информацию, которую даю. Можешь нет, но живи сама. Вот хороший вот откуда вопрос. Это? Вот что вы думаете? Постоянно приходят, вот тролли стравливают. Что вы думаете по поводу этого? Какая разница, что своей головы нету? Бери информацию, которую я даю, применяй символизм, ищи. Все очевидно. Какой канал, логику применяй. И все понятно. Да, говори. Может ли женщина быть воином? Но может, мне кажется, может, нужно быть но или женщиной. Да. Мне кажется, нужно быть или женщиной, или воином. Логично. То есть, если выбираешь путь воина, ломаешь себя как женщина. Если да. Остаешься женщиной, ну, воин такой себе, скажем так. Условно. Или ты вот так держишь, вот-вот, ладошечки вот так вот. Либо ты вот так вот. Все. Одно из двух. А вот так вот мелькать постоянно, это как-то, ну, некомфортно. Да и не выйдет. И не выйдет. Так что я считаю, что или туда, или сюда. Ура, попала в стрим. Попала. Можно поставить точку после этого слова. Шучу. Так, ребенок родился через кесаревое сечение, вынужден по медпоказаниям. Что будет со статусом ребенка и его души? Да, статус нерожденный. По каким показаниям не важно. Условно, тебя убили. В автокатастрофе, либо по приговору суда, либо на поле боя. Неважно, важен факт. Что делать? Наверное, мы вернемся к этому вопросу в отдельном видео. Это довольно тяжело. Нужно предысторию рассказать. Но это не для всех техники. Есть техники ребюфинга, там перерождение. Не совсем то, это вообще бы не рекомендовал. Прошел я вот года 22 этот ребёфинг, 21 даже, это вообще мандец полный. Это реально стирание предыдущего, не рождение, накладное другое. Кстати, ни то, ни другое, берется информация не от матери, а от людей. Там люди как-то вот так через них проползать надо.
Есть техники дыхания, как-то вот накачивание, тоже бред, это вынос мозга, есть совмещенные, ну, это есть там умирание, закапываются и потом рождаются, это тоже еще хуже, это добровольная смерть, а потом где ты и когда родишься, это, соответственно, другая, и, ну, в общем, ломка всего предыдущего, ну, в общем, зря. На мой взгляд, зря. На некоторых это влияет на некоторые структуры, у которых нет времени. И это идет удары по прошлому. То есть, грубо говоря, прошлая неудача объясняется сегодняшним выбором. Да, такое бывает. Ну, не рекомендую всячески. Всячески не рекомендую. Лена, в случае потери связи ДНК с душой остается набор личностных программ. Ну, сознание это остается. Мотивации к действию по сигналу. К какому сигналу? Лен, не понимаю вопрос, честно. Как выставить при пси-терроре постоянном контроле, запуге и магическом влиянии? Мы как-то живем, да, Мона? Хотя прилетает, бывает интересно. Технически в основном и из других. То есть не все нашей Земле у нас ограничивается. Но мы как-то живем. Виктор, люблю брата тварю. Молодец, Виктор. Как ты говоришь, что Трамп укололся и скоро его не станет здесь с нами. Ну, где-то еще годик он побудет, да, может, как это случилось, зачем это сделал с собой? Сделал это для того, чтобы произошло то, что должно произойти. Вот и все. Если бы он не укололся, он бы открыто, он бы автоматически стал лидером движения определенного. Этого не должно было произойти. Поэтому он сделал то, что сделал. Лидер определенного движения, наверное, будет другой человек. Я еще не уверен. Но наше истинное я — это мысль. Возможно, мысль, возможно, воспоминание, возможно, структура. Смотря что считать истинностью. Виктор, я и с тобой. Молодец. На некоторых фотографиях я, иногда человек рядом стоящий, получается подсвеченным контуром. О чем это говорит? Это потому что матрица херовая. Или очень чувствительная. Эффект Кирлиан фотографии никто не отменял. Светятся контуры, светятся, есть фотографирование ауры. Много-много уже приборов есть, которые это все делают. И не только супруги Кирлиан, но там еще ряд есть. Сейчас, дай бог памяти, отличные были в Питере у мужика камеры для фотографирования. Не Райха. Он забыл фамилию, но... В общем, он очень классно фотографировал ауру и даже диагностировал эту ауру. В общем, все эти вещи есть. Так называемые тонкоматериальные, нематериальные медицина. Соответственно, корректируя ауру там, где надо, либо люди руками, либо технически, это все можно делать. Потому что сказки про MedBed не совсем сказки медицинские кровати. Там идет считывание тонкополевой структуры на уровне клеток и воздействие определенным волнами, контрволнами есть. Можно контрсигнал с противоположной модуляцией послать. Снять модуляцию и послать противоположную. Да, поэтому можно замедлить старение, можно немножко повлиять. Скажем так, всегда есть точки бифуркации. Ну, грубо говоря, раз события развиваются вот так, можно направо, можно налево. То же самое при росте определенных клеток. Можно направо, можно налево. Можно повлиять на тонком плане, а это все работает на информационном уровне. Я сам лично через лазер облучал семена, как у Дзинь Кэньчжэня технология. Пульсирующий лазер, который именно в момент вспышки. Либо светодиод можно, даже светодиод хороший. И при модуляции определенным сигналом, то есть я семенами яблока, через слой яблока облучал семена петрушки, потом через морковкой, вот петрушку и прочее. Вот петрушка выросла и абсолютно разная. С разной скоростью вырастала, разная форма там листочков была и прочее. То есть информационный перенос есть, это факт. Я лично где-то в 2008 году проверил это. Все работает, нужно лишь довести до ума. Можно, соответственно, даже таким примитивным образом влиять на очень многие вещи, на многие процессы. И через них влияют. Потому что сигнал можно передавать смодулированный через вышки, через
вот такие вот устройства, которые там очень много чего есть, это все не для поговорить. Там есть и катушки, и поля, и прочее. И через экран можно и снимать информацию, и отдавать информацию. Это все уже давно изучено. Это один большой светодиод и так далее. И переносить информацию. Очень много чего можно делать. Уже есть чтение мыслей через такие устройства, через гаджеты. Это факт. Потому что уже не только люди, когда говорят, но и когда люди определенно кое о чем думают, это вылазит эта реклама. Бывает такое. Не везде, не во всех странах, но бывает. Правда ли, что направление своего внимания человек получает договор? Но если сильно думать, то, наверное, принято что-то напечатает. Шучу. Возможен ли еще ядерный удар? Еще как возможен. 17 минут, подождите, пожалуйста, я записываю, забыл добавить. Не понял. Место силы на территории Украины. Да везде есть место силы, но на Украине оно просто... Там и вода, определенная магическими ритуалами, кое-кем сделана, она как испорчена. Туда как вирус был добавлен, нам пришлось определенные манипуляции провести по искоренению этого западенского вируса, который просто, ну, мозги людям сворачивал немножко. Было определенное воздействие магическое на всю территорию через ритуал с водой, с подземными водами. То есть там воду взяли, кое-что с ней провели, там с трех колодцев, с трех источников смешали, потому что при смешении воды из трех источников стирается информация. Она может быть стерта двумя информациями. Кипячением, дистиллированием, заморозкой и смешением с трех источников. То есть получается вода как бы нейтральная. Три и более источников, она... Соответственно, эту воду потом можно вложить в другую свою информацию. Там епошка один сфотографировал, это все реально есть. Гореев доказал, перенос информации возможен. То есть, проще говоря, свой посыл дать тонкими полями. Наговор, заговор, как угодно. Можно добавить свою воду туда. Хоть плюнуть, хоть пописать. Вот, вот так. И потом вылили, грубо говоря, в колодец. Вот я утрированно говорю, что там было. Там чуть более сложно, но... И поэтому вся вот вода, вот эта вот на Закарпатье, она стала очень нехорошей. А люди подсознательно ее впитывали. Подсознательно пили, проще говоря, принимая ту энергию, ту информацию. Поэтому западенцы, они очень своеобразные люди. На мой взгляд, очень нехорошие люди, но это субъективно. Ну, в некотором магическом плане, скажем так, по ощущениям, энергетика. Соответственно, все это проявляется на физике, на интеллектуальных, ну, они не, все гармонично и ненавидят. Поэтому они начали делать то, что они делают. Все это произошло в 19 веке, да. Забыл добавить. Вот с тех пор это все так вот замоталось. Сейчас будет разматываться. Ну, не один год, но размотается. Это когда мы смотрели истоки того, что сейчас происходит на Украине. Так, мы сражаем на местах системы, способствуем, приближаем победу. Да, любое сражение, любое сопротивление. То есть просто жизнь. Нет понятия сражения. Что ты делаешь, когда ты не позволяешь изменить свою ДНК? Ты живешь, ты выживаешь. Что ты делаешь, когда ты критически анализируешь все, что тебе вливают? Ты живешь. То есть просто живи по конам Вселенной, это и есть сражение. Женщина, когда любит своего мужчину и заботится о детях, она, с одной стороны, просто живет, с другой стороны, она воюет. Она не подчиняется развращающему, тлетворному влиянию именно системы. Это и есть сражение женское. Быть собой. Есть документальный фильм «Восхождение Юпитер». Есть, да. Есть и детальная информация еще в каких фильмах. Да я, собственно, уже уйму разборов таких документалок и сделал. Значит, работать уже не нужно. Как понимать, работать... Цели Роя ясны из книг Академия. Да. Это не Академия, это Основание называется. Азимова. Так, с искажением. Да. Зачем вам гермафродит в человеческом теле? Не совсем гермафродит. Это и мужское, и женское. Это очень тонкоматериальный аспект. Потому что там силы и мужского, и женского. Для Кона, для Вселенной это... Он может действовать как мужик, скажем так, и ничего не получать по карме, как женщина. Очень выгодно. Поэтому сейчас вот очень распространено это у
тайных обществ, скажем так, высших тайных обществ. Во-первых, они на ступеньку выше стоят, становятся как бы женщинами, как бы ближе к матке, к королеве Роя. Это у них круто считается, да, вот братья Вачовски недавно таковыми стали за фильм «Матрица» тоже. И так испохабили хорошую документалку, что им за это очень большое повышение прилетело. Поэтому они сменили пол буквально на физике, да. Ну как, ну, сменили пол? Не все даже пипиську отрезают. Ну, вот это реальность. Поэтому тема трансов, она сейчас... Ну, тоже отдельный ролик. Это запрещено к обсуждению на Ютубе. Можем страйк получить. Ибо есть несколько вещей, которые просто запрещено к обсуждению. Даже к обсуждению, к задаванию вопросов. Так что фильмов таких и книг много. На самом деле много. И везде нелепые фантазии о... возрождение в той или иной форме муравейника. Хотя не знали, что будут. Просто знали. И об этом я рассказываю в роликах. Система упорно отбивала нашу самостоятельность. Да, самостоятельное мышление просто уничтожается на корню. Если ты тупо думаешь то, что тебе говорят думать, и той системой ценностей живешь, и ноль критического мышления, не спрашиваешь, а почему так, а с какой степень стати, нахера мне это надо, то да. Ты часть системы. Палка-то в голове. Ну да, выручалка вот. Хороший мультик, Виктор. Хороший. Женщина-хирург и не женщина, и не хирург. Да, мудрый человек. Как в анекдоте, что общего между морской свинкой и женщиной-психологом? У морской свинки столько же общего со свиньями и с морем. Вот примерно так. К сожалению, так. Есть определенные свойства. У мужского мышления и у женского. У женского все связано со всем. Как вода, стихия. Самоопределения, самоограничений нету. Самодисциплина нужна для некоторых вещей. Чемпион мира по шахматам. Женщина проиграла чемпиону мира по шахматам мужчине в 4 хода. Это медицинский факт. Ну, вот так есть. Зато возможности связать несвязуемое, впихнуть невпихуемое... Нам нет равных. Это да. Девочки, гордимся. Как вынос мозга. Это... Вынести мозг мужику с его тупым прямолинейным мышлением, это нефиг делать. Да-да-да. Причем искренне так. Не понимая, почему. Да-да. В курсе. Это не значит, что это плохо. Это просто есть. Это, ну, разные мы. Это не значит, что мы должны воевать плохие, там, как день и ночь. Всему свое место и время. Есть вещи, в которых женщина хороша, есть место, в которых мужчина хорош. Вот и все. И нужно совмещать эти плюсы и минусы. Вот и все. Потому что созданы быть вместе. Нравится, не нравится, но вот. Есть такое. А, есть ли они, есть ли связь? На каком-то уровне, да, флот есть и идет. То и нужно, чтобы победить Рой. Я уже говорил, жить по уконам вселенной. Думать. Своим индивидуальным разумом, а не роевым, не быть в стадии, в масти своей. Мы тебе фильм показали, где тебя закроем, фильм видел, где вещи, как работает отказаться. А для начала нужно выучить правила русского языка, есть такой грамматика хотя бы, орфография. А потом уже идти дальше. И я не докопаюсь. Андромеда не знал, что это провокация. Ну, мы же говорили, что есть ряд вопросов, которые вот в рамках Ютуба и плюс четче формулировать вопросы нужно. Что за рок изобилия? Есть что-нибудь про его работы? Вот как отвечать на этот вопрос? Цензурно не получается. Пытаюсь. Ну как, блять? Это анекдот такой, цитирую. Просьбе Моны, Илья, ты ничего не понял. Согласился мне помочь, это сон во сне. Что значит знак бесконечности, подчеркнутый знаком равенства. Ну, давай я вот этот весь, вот у женщин все связано со всем. Со всем. Вот что было во сне, это как доказательство того, что она должна что-то сделать. Вот нет перехода, нет границ у женщин. Вот отлично все. Вот раз приснилось, это доказательство чего-то. Вот круто вообще. Ладно, я...
конкретики более-менее. Это руна, подчеркнутый знак бесконечности, подчеркнутый знаком равенства. Одна из рун, с рунами мы пока не будем работать. Увидела знак, замечательно, этих знаков много. Мы уже там около 9000 разобрали. И еще продолжаем это делать, да, Ману? Да. Реально. Они объемные, они крутятся еще. Еще как. По-разному, разноцветные есть. Ути-пути. Во время настальной системы работы не требует внутренней свободы от каждого. Ну, не скажи, какая система, что... Наоборот. Это сейчас нет внутренней свободы. Либо ты человек, либо ты в системе. Система ломает человека. Потому что вся система вот сейчас заточена на паразитизм. Вот сейчас никакой свободы. Нет свободы творить, нет свободы трудиться. Есть только свобода воровать, разрушать себя. Если ты не разрушаешь себя, ты не можешь быть в кавычках успешным в этой системе. А в Ренастарина есть человеческое общество, где есть все формы собственности, были и артели, в том числе золотодобывающие в Сибири. Были рыболовецкие артели. Люди просто объединялись, говорили, ну давайте мы вот этим будем, давайте. Были и колхозы, коллективная собственность, потому что, ну, укрупнение производства было неизбежно. Один человек был неконкурентоспособен. Либо это получили бы кулаки, и которые бы затем контролировали всю землю, либо это были колхозы. Ну, тут выбор очевиден. Были машино-технические станции, которые на сервисе, то есть обслуживали колхозы, давали в аренду трактора и прочее, обслуживали. Это немножко другая тема. Сейчас технопарки, так называем, много чего было интересного, и свободная энергия была. Это не полный коллективизм. Прошу не путать вот роевое сознание, которое сейчас навязывает. Вот сейчас полный коллективизм. Вот сейчас без контроля. Вот сейчас уже мысли преступления, контроль разума и прочее. Сейчас уже за лайки сажают. Как раз во время Сталина такого не было. Вот то, что сейчас там выкапывают, это все немножко другое. Это все очень... Это известные организации, типа мемориала, все переврали, там сотни тысяч лично расстрелянных товарищем Сталином людей. Вот прям вот он не спал. Десятки тысяч лично Берии изнасилованных девушек, ни за что загубленных и так далее. И прочая херь, вот реально херь. Причем о других вещах совершенно не рассказывают, мягко говоря. Так что, Владимир Фрузин, вопросы я, честно говоря, не понял. Вот даже в самой постановке, во-первых, вопроса нет, во-вторых, вот эти утверждения, они, ну, у меня другая точка зрения. Правда ли, что решетка матрицы меняется с сотовой на цветок жизни? Что это значит? Что значит твой вопрос? Что значит решетка матрицы? Где эта матрица и где у нее решетка? Как Рената Литвинова когда-то юмореску делала там. Дед с бабкой скребли по сусекам и выстрелили колобка. Она говорит, где эти сусеки? Может, они с возрастом появляются? Ну, в каждой шутке есть доля шутки. Что такое решетка матрицы? Ну... Ой, редиски взяли на себя символ геометрической фигуры. Будет ли вся данная фигура? Нет. Если они пирамидку себе присвоили, это не значит, что пирамидки нет в природе, и мы не можем использовать. Если они глазик себе присвоили, это не значит, что этого символа не было раньше. Шестерки были как явление и определение до вторжения. Если они символ себе присвоили, это не значит, что это их. Просто у них есть некий символизм, по которых их можно опознать. Есть некие привычки. У них есть некая зомбированность, прогнозируемость, программируемость. Они так запрограммированы, они не могут созидать, они паразиты. И у них есть определенные шаблоны поведения. И они не изменятся, такова их природа. Насекомые не изменятся. У них не появится свой животных. Все очевидно. У них нет понятия эмпатии, сочувствия. Ну, незачем им это. У них есть свои и не свои, четкая градация. У них нет понятия вранья, совести. У них есть передача информации. Если нужно вот сказать такую информацию, они ее скажут. Грубо говоря, они все переворачивают. У них иной мир, иное видение. Поэтому если они говорят, что не будет пенсионной реформы, значит точно будет. Ну, это частный пример. Все понимают, о чем я. Если кто-то думает, что у нас вот не такие везде вот паразитизм сплошной и нехорошие вещи, которые сейчас не хочу называть, красная жидкость, но не для свободной энергии, добывается. А у нас тут прям оазис в России. Но в то же время мальчики определенное
время пропадает на определенный праздник. Поэтому думаем сами. Ой, как много написали. Мамы, уже 1:42. Говорят, как только начинаем мы видеть на тонком плане сущности, они начинают видеть нас, и это опасно. Как безопасно работать с тонким планом? Ну, кто это сказал, Настенька, спроси у него, что он такое-то видел-то, что так испугался? Потому что а что, нас увидеть нельзя без того, чтобы мы посмотрели? То есть, чтобы меня увидели со спины, мне нужно развернуться и посмотреть на человека? Или где логика? А тогда он как меня увидит, если я его не вижу? Ну, грубо говоря, чтобы не увидеть Мону, Моне нужно увидеть меня, да? Чтобы, если я увижу сущность, сущность начинает видеть меня. То есть, если я вижу кого-то со спины, он меня автоматом видит? Бред. Думайте, прошу. Как долго будет шторм? Тоже вопрос. Думаем сами. Шторм уже начался, на самом деле. Что будет не с все душой? Душа Трампа — это отдельный вопрос. Вы говорили, что будет листопад, 21... но ничего не было. Почему? Посмотреть статистику. Ну где не было-то? От ну, тех, которые от инфарктов. Да. Не надо. Я на грани, стрим, я на грани, да, я молчу. Просто посмотреть статистику. Другой и ролик. Сделать, да, и сделать. Я уже много роликов сделал, реально прилипает. Более 1000 атлетов, то есть спортсменов, которые самые здоровые люди. Уже политики, журналисты, Чубайс тот же. Вы о чем? Или кто-то ждет официального признания. Появился синдром случайной смерти. Сейчас можно выбрать. Стрим могу сделать на эту тему. Но не здесь. Изменение климата приводит к синдрому случайной смерти. Мастурбация приводит к синдрому случайной смерти. И это я не шучу, это реальные статьи в научных журналах. Реальные статьи. Синдром случайной смерти. Кондиционеры приводят к случайной смерти. Все что угодно, кроме уколов. Все приводит к синдрому, понимаешь? Но только вот вакцины безопасны и эффективны. Это вот никто не спорит даже. Да. Так и есть. Подтверждаю. Более того, они полезны, и они приводят к освобождению человечества, к защите полной. Только нужно понять, что я вкладываю какой смысл в это все. Но я вот подтверждаю, да. Поэтому я смело утверждаю, что вакцины полезны. Просто не уточняю, к чему, кому и для чего. И какая и польза. И какая польза. А какие, понятно. Шучу. Как отличается индивидуальная мысль от внедренной? Как отличается длинная от тяжелого? Индивидуальность, да, разные и, параметры. И коллективная, да, мысль-то бывает. Противоположность, антоним индивидуальный, что? Есть своя изначально оригинальная, а есть вот чужая, внедренная. Внедренная, понимаете, чужая. Вот это разная система ценностей. Вот к вопросу о женском мышлении, все связано со всем. Только женщины могут сравнивать тяжелое и длинное. Причем у них легко это получается. И они не виноваты, что так. Система тоже дает бумеранг. Все дают бумеранг. Стараюсь не игнорить, она бьет. Но это... Так, она бьет материально. Ну, так есть. Что скажете про канал Совпадение? Не говорим мы то ничего. То же самое, но... что про канал Совпадение. Ничего. Когда листопад Танус опять будет прилуняться или приземляться? Приструняться он будет, блин. Уйдет ли Дорл из обихода во всем мире? Да, но последним из валют. Попы говорят о грехе самоубийства. Что происходит на самом деле с душой? Некоторым при вроде обнуление. Некоторых есть нюансы. Наработок. Да. Есть нюансы, как всегда. Если есть определенные правила игры, как не справился и отказался от определенных вещей, это одна ситуация. Если это средство для выхода, другая. Но на самом деле попы много чего говорят. Они говорят, что когда-то иудеи своего иудея прибили досками, гвоздями. Я сильно в этом сомневаюсь.
как и во всем, что говорят попы. Начнем с этого. Попы говорят, что нужно пить кровь, хоть виртуально, но пить кровь и есть плоть этого человека. Они призывают к каннибализму, и они сушеные куски трупов таскают и заставляют целовать, или сами целуют. Вопрос, думай сама. Мне это причастие и мощи, да. Да, понятно. Причаститься, быть частью. Вопрос, частью чего? У меня был ролик «Адренохром, пьем мы все». Там я этот вопрос осветил немножко. Что о попах? Много полезной информации, благодарю. Ну, вы взаимодействовали. Евгений, еще раз вопрос про этот канал. Забаню. Уже напрягает. Буквица существует, есть ли смысл ее изучать? Наверное, существует. Что изучать, не знаю. Если это алфавит, азбука, азбуки ведут или аз богов ведают. Тоже куча вопросов на эту тему. Стоит ли изучать взялись? Руны? Ух ты. А это Оксана так и спрашивает. Оксана, ну, во-первых, подожди, это абсолютно не женские руны. Во-вторых, те руны, которые сейчас даны, это не совсем тот инструмент, который стоит изучать, как я считаю. Мон, ты откуда взял этот вопрос? У меня в ленте нет. Я вот постепенно иду Бук вниз. Это... Нет, нет, вот все правильно, я дочитала просто до конца. А, да, все, все, я понял. А, да, увидел, все. Стоит ли изучать руны? Ну да, ты правильно сказала, Мона. А стоит или не стоит, это уже вопрос для чего? Целеполагание. На мой взгляд, нужно писать от печки, то есть от цели. Для чего? Стоит ли изучать высшую математику? Стоит ли изучать, как бы тебе сказать-то еще получше, Тору? Или еще что-то? Ну, смотря для каких целей. Кому-то стоит. Если просто у кого-то много времени свободного там или еще, мало ли. Стоит ли изучать Pornhub? Тоже изучение. Стоит ли изучать влияние метамфетамина или еще чего-то? Ну, каждый отвечает для себя сам. Есть некоторые вещи, которые, ну, я считаю, что не стоит изучать, а есть стоит. А ее я просто кому? Если ты полицейский, работающий с определенными вещами, то, естественно, ты должен знать, что некоторые вещи, наверное, стоит. Ну, формулируйте вопросы четче. Вот такие вопросы, ну, просто, ну, вызывают недоумение, мягко говоря. Проще говоря, бесит. Девочки, давайте поточнее. И в интернете везде трубят о раскрытии сердца. Евген, твои вопросы поражают глубиной и точностью постановки. Вот у меня интернет вообще не трубит. Я не знаю, где у него труба. Можно поточнее? Это подставы или реально работают? Подставы реально работают, поверь. Подстав много, и они работают, к сожалению. Что ты имеешь в виду, блин? Можно, например, маме кесарева ребенка? Мы уже это обсудим позже. Илья говорил об очень масштабном листопаде, такое не скроешь. И не скроешь. Это происходит. Смотрим опять же вопросы и явления, какие сейчас происходят. Сколько людей ушло, сколько правительств подало в отставку, потому что их главы, мягко говоря, заменены. Ну, они ушли, они теряют статусы. В результате объективных вещей или нашей смонной работы, или уходит. Это один листопад. Падений в прямом эфире другой. И это не скрыть. И это только нарастает. Более мягкий вариант, чем мы видели, потому что мы тоже работаем над умягчением сценариев. В частности, мы дали некоторые техники, но об этом чуть позже поговорю. Техническую сторону я осветил, опять же, не здесь, благодаря которой перестали некоторые вещи работать, и стало понятным, что вот тот вариант зомби-апокалипсиса, он просто не сработает, потому что есть технические средства выключить зомби. И об этом мы говорили. И у меня есть основание полагать, что в том числе благодаря этому вот этот вот самый жесткий сценарий, он ушел. Он ушел из клипов, из медиапространства, нигде нет. Стали уже другие сценарии. Вот план С пошел. План Б уже вот жесткий сценарий и включение единомоментно определенных вещей, как я планировал, и это мы видели в мае. Он не сработал. Но сейчас другой вариант идет. Так, я указала на ошибки в тексте психологу, получила от целой толпы врачей обвинение в наверное поиске. Ну, к чему это нам?
Проверка ткнуть палкой, понятно. Как проверить пришедшую информацию на истинность не картинкой? Не понял. Пришла информация, это какая-то Ощущениями. картинка или что? Да. Все информация проверяется только ощущениями. Картинка это, не картинка это, не важно. Если резонирует, если идет ощущение, если чувствуется поток какой-либо энергии, где-либо идет синхронизация, Если тогда это вспоминаешь прошлую рассматривать. жизнь, где тебя там условно разорвали львы, и тебе пофиг, ты смотришь, о, как интересно. Угу. То Ногу туда есть сильные потащили. подозрения, что это не с тобой, это просто какая-то картинка. А когда тебя переворачивают, блин, и больно, мягко говоря, тогда это да, оно. Все нужно проверять через ощущения, не просто через картинки. Сохраните стрим. Ну, сохраним. Mm-hmm. Илья, ты смеешься над моими вопросами. Забавно, что ты их замечал. Ну, забавно, ладно. Паразиты в доме, таракан. Ну, паразиты это еще таракан. Не все тараканы паразиты на теле. Можно ли кроме физического уничтожения с ними справиться? В смысле? Не понял вопрос. То одно, то другое. Дома чисто. Но если дома чисто, значит на них не должно быть. Без ведома детей ставлю защиту из руны, прошу Вселенную сгармонизировать их. Не могу, они не в курсе. Ну, не в курсе, и ладно. Они много чего о чем не в курсе. Твои дети одно поле-то с тобой. Есть многие вещи, которые делаются без ведома. Да. Если бы на все нужно было позволение, как многие говорят, я не позволяю. Ну, честно говоря, вот пули похер, позволяешь ты или нет, она расшибет башку. Если бы все так было с позволения, то не было бы воров, убийц и так далее. Наверное, предполагаю. Но все, к сожалению, не так. Все эти вот сказки про договоры всякие, позволения, разрешения, призывы к армии, чем чудит бабушка Вика и прочие ипанашки, не могу. Это не оскорбление, это констатация факта. Это все чушь полная. Реальность, к сожалению, другая. Да, огребут, возможно, да, но это все работает. Можно делать что-то без чего-то согласия. И даже некоторые умудряются как-то скинуть карму на других, избежать и прочее. Ну, кстати, все равно догонят, но это другой вопрос немножко. Но сделать что-то без чего-то позволения можно. Пришлось сделать паспорт, физически ощущаю дискомфорт. Как убрать последствия квантовой копии из системы? Ну, если говорить о запреты и отзывы персональных данных, есть такая процедура, об этом есть специфические сайты и прочее. Смотрите соответствующую литературу, материалы. Это вопрос юридический, волевой, какой угодно. Да, оцифровка и получение копии себя на серверах дает возможность с этой копией делать что-то угодно и по закону подобия, по закону магии. Это будет проявляться, поскольку квантовый уровень, он един. Если есть информационная копия где-то в компьютере, это влияет на информационные параметры. Если заставят заболеть эту информационную копию раком условно, то предпосылки заболеть раком на физике очень-очень сильно увеличатся. Это все, к сожалению, работает. Магии Вуд никто не отменял. Копия может быть как в виде куклы, так и в виде квантовой некой цифровой, но копия есть, и она работает. Это базовая магия, скажем так. Как этого избежать? Ну, мы работаем, мы показываем техники и прочее, и еще будем показывать. Я уже рассказывал о работе с местами силы, о рунах, мудрах, техниках, вспоминании себя. Квантовую копию можно размножить, сделать некую эталонную квантовую копию себя. Можно свой волос где-нибудь на месте силы оставить, связать. Таким образом влиять на тебя и будет автоматически влиять на место силы, что, мягко говоря, очень сложно. Плюс поток это все я в группе Гараж и в группе Аргона и генератор Аргона все описывал, рассказывал. Смотрите, изучайте сайт Цельнозор, там много чего рассказано. Люди делают кулончики с определенным веществом на шею. Таким образом, некие тонкие влияния немножко убирается. Да кто такой? Так. И так далее и тому подобное. Люди с крыльями.
которые запечатлены и жили ли на этой планете? Жили. Да, Артём, это примерно то, о чем я говорю, когда ты пишешь, у меня волосы на руках дыбом, когда это оно. Это то, что я называю Да, реакция тела, ощущение, да. реакция тела, все правильно. Заметил за собой, чем больше узнаешь, тем больше прилетает по здоровью и жизни вообще. Не понял. То есть, если ты запихнешь в себя энциклопедию какую-то условную, да? Если не жевать, то То все, прилетит. ты то помрешь. Я вот не Ну, понимаю. если ее не Вопрос жевать тут. или я проглотить, то да, можно в шоу Оно не угодно. прилетит, оно просто не вылетит. Все, запор будет. Насекомые пришли, вымрут на Земле. Ну, Земля и есть ловушка. Причем энергетика такая, что давит и их сознание. Они вынуждены больше вампирить. У них не все получается и так далее. Это другой вопрос. Запись стрима оставлю? А, оставлю. Трогать даже не буду. Душу королевы Елизаветы перенесли, выдавив душу дева. Блин, давайте не будем. Это мы уже все рассказывали. Так, руны прежде чем изучать, надо понять функцию. И Икси. Нас вроде спрашивают. Мухи пропали, а мураши полчища везде. Почему? Никакая трава не берет. Ну, на то они и муравьи. В курсе. Даже космический хер выдавишь. Если есть профиль в соцсетях, то он может быть объектом манипуляции по типу воду. Да, любую привязка на цифровом уровне может быть. Может быть, информационная копия работает. Я еще давно еще сталкивался, 20 лет назад или больше. Человек, Ленар Марцевич, Ленар Ленинская армия. Странные имена тогда были в ходу. Ну, довольно пожилой просто, я к чему. Он информационным уровнем, полем, брал частичку, допустим, печень собаки, свинье пересаживал. Она обычно должна отторгаться очень быстро. Он информационным уровнем менял информационные параметры печени свиньи на печень собаки, и она приживалась. Ненадолго, на несколько дней, все равно потом там определенные процессы происходили, но смерть не через 15 минут происходила, а через 5 дней, к примеру. Вот он такие вещи делал, да. То есть он просто брал некую информационный слепок и переворачивал. Подавлял некоторые вещи, переворачивал. Можно на информационном уровне линзы делать. Все эти технологии давно известные. Ну, как правило, те, кто это изучает по своей воле, либо гасят теми или иными методами, либо привлекают для работы, либо намекают, что не стоит развивать эти темы дальше, потому что это все закрытая очень информация в закрытых институтах и так далее. Поэтому, да, может. Можно влиять и по фотографии, грубо говоря, ну, какие-то черномагические базовые вещи. Взять фотографию, там, в свежий гроб положить и связать таким образом, открыть, там, повоздействовать. Ну, это элементарщина. Есть очень много нехороших ритуалов с информационными копиями. Включаете, ну, нам-то пофиг, а вот на людей иногда действует еще. Хотя мы делаем многое, чтобы от основы той магии нехорошей, которая есть, она уже не работала. Мон, есть что добавить? Нет, нету. Я смотрю, мы уже 2 часа достаточно или да, еще? Да, да, да. Квантовый помощник помогает. Уже никому не помогает, потому что их уже нет. Демонтировали. Поигрались и хватит. По нескольким причинам. Есть что-то более крутое, во-первых. Во-вторых, люди не умеют, как правило, работать, и их это не исправит. Третье, направляют во зло против нас. Они взаимодействуют, они для заточены под взаимодействие с людьми, чтобы, грубо говоря, помогать в некоторых функциях. Но вместо помогания этой функции, они злые силы, которые умеют работать с тонкими вещами, враги, грубо говоря, они либо на слом работали, либо против направляли же. Либо делали копию, скажем так, немножко допрограммируя, пытаясь взломать через квантовую симуляцию, через компы. И работы против нас. То есть, ну, это уязвимая игрушка. Ну, поигрались, освоили один инструмент, и хватит. Все. Квантовых помощников больше нет. Проект закрыт. Он не нужен больше. Есть плюсы, минусы. Он показал. Отработанный материал. Все. Как костыли, которые забыли помогают. Все, да.
Мы уже пошли дальше. Это старое платье, говоря на языке женщин. Детское платье. Выросли, все. Пошли дальше. Сейчас уже работаем совершенно другими. Вы даете информацию о 5 черной магии? Да, даем кучу роликов. Все, что мы даем, по сути, это и есть защита. И лучшая защита — это ее отсутствие. Мы даем информацию, как развивать себя. Все. Тогда ничего не... Никакая черная магия не поможет, если есть осознание. Если ты не ведешься на некоторые уловки, если ты мыслишь критически, анализируешь, если знаешь свое место, знаешь, как работает эта черная магия, и не позволяешь этому внедриться ни через просмотр роликов определенных, фильмов, ни через процедуры, и модные, и немодные, ни через ритуалы. Что такое черная магия? А где белые? А что такое вообще магия? А то, что в религиозных организациях это магия или не магия? Черная она или белая, если там с трупами носится? Как правило, если там жертвоприношение. Вот черношляпники вообще в открытую. Ягненка якобы убили возле стены плача. Просто убили. Не для еды, именно вот Богу. Это какая магия? Это магия ли? Она черная или белая? Вот если вот это осознать, оттуда и есть защита вот от таких, от вовлечения в такие вещи. На эту тему много можно говорить. Так что, ну, опять же, формулируем точнее вопрос. Да, Мона, полностью согласен. Для первого стрима 2 часа более чем достаточно. Благодарю всех за вопросы. Мона еще раз очаровательно улыбнется и попрощается, да, Мона? Всем пока. Счастливо. Давайте заканчивать, закругляться. Все. Всем добра.